Не поиграть. Да что же такое? Как же поиграть в этот смайт? Пожалуйста, загрузись. Ну не зависай, пожалуйста. Я уже сколько дней, сколько недель мучаюсь, Ну что, друзья, всем привет, с вами Арти. Итак, есть Смайт, наша любимая игра. Есть проблема, мы в нее не можем попасть. Собственно, она у нас то зависает, то доходит до загрузки данных. Ну, в общем, пробовали разными костылями, ставили VPN, через Escape заходили в настройки, нифига. Игра продолжает зависать, с новым обновлением стало еще хуже. Но умельцы с Reddit нашли, собственно, способ, как решить данную проблему. Собственно, вот она сама статья, ссылка будет в описании. Вот она наша строчка, та, которая нам нужна. Что мы делаем? Мы переходим вот по этому пути в нашей системной папке, находим файл hosts, но для начала мы даем ему права, права админские, чтобы мы могли его редактировать. Собственно, вы видите сейчас на видео, как это делается в Windows 10, то есть находим вашу учетную запись Windows, разрешаем редактирование именно для этой записи, потому что у меня оно, допустим, было отключено, у некоторых включено. Вот, все это сохраняем, значит, и открываем далее файлик уже в любом текстовом редакторе. Ну, как минимум, есть у всех блокнот. Собственно, через блокнот мы это все дело открываем. И в самый низ вставляем саму вот эту строку. Строку с Reddit. Мы вставили, файлик сохранили, собственно, и пробуем далее смайт нас запустить. Сразу скажу, то, что это все работает, способ проверенный многими людьми. Работает он в любой версии смайта, русская, английская, неважно, все это открывается, все, ничего не зависает, все в порядке. То есть, как мы видим на загрузке, сейчас пойдет загрузка, да, вроде бы все как обычно, но, собственно, смайт не зависнет. Он будет работать, и мы все можем с вами играть. А теперь, собственно, главный вопрос и главная претензия к нашим любимым Titan Forge, HRS Studio. Почему, бляха-муха, они не могли так долго решить эту проблему? Почему мы всем сообществом вынуждены пользоваться вот таким вот способом? Самая главная проблема, знаете, в чем была? Смайт при загрузке обращался к какому-то серверу, который у них постоянно зависает, который какой-то там проблемный. Человек с Reddit, после того, как тема в Reddit взлетела с этими проблемами, а проблема была не только у СНГ игроков, нашел это решение в течение, ну, одного дня, грубо говоря, в этот же день. То есть, как он только узнал о проблеме, это на Reddit все написано. В этот же день он, собственно, и нашел решение путем обхода этого самого сервера, который подгружает какие-то там непонятные файлы. Ну, нам, собственно, это не важно. Нам важна суть вопроса. Создавалась куча тем. Отправлялась куча писем в HRS. Создавались темы на Reddit, которые они успешно закрывали. Почему HRS, точнее Titan Forge, ничего, бляха-муха, не делали с этим? И в данный момент мы имеем способ рабочий заходить в Smite. Но при этом, как вы все понимаете, на пользу нам, как игрокам и пользователям данного проекта, это не идет. Почему? Потому что они просто не будут дальше решать эту проблему. Потому что проблему нашли самые игроки, проблему обошли, игра у всех работает, жалоб не будет, соответственно, решать проблему никто тоже не будет. Вот такое вот небольшое видео для вас. Ребята, пользуйтесь способом, у кого не заходит. У некоторых провайдеров это работает. Видимо, по каким-то магистральным путям в обход этого сервера они заходят беспроблемно, без зависаний. Ну, а у нас пока есть только такой способ, ребят. Так что вот так вот. Поэтому, кому видео было полезно, ставьте лайки на канал, подписывайтесь. В группу Smite Pro vk.com/smite вступайте. Там всегда актуальная информация, ребят. Все, всем пока.